Овидиопольского головореза задержала полиция. Мужчину подозревают в двойном убийстве и поджоге. Накануне вечером он обезглавил молодую женщину и ее двухлетнего ребенка. Затем поджег их тела, чтобы скрыть улики. Опасный преступник сбежал с места событий на грузовике. Полицейская облава продолжалась почти сутки. Беглеца искали на пустующих дачах и базах отдыха в районе Каролина-Бугаза и Грибовки. На поиски убийцы бросили более 500 правоохранителей. К ним присоединились и многочисленные активисты. Правоохранители делают свою работу достаточно четко, слаженно. Привлечены силы и Нацгвардии, и национальной полиции, и спецподразделения. Здесь есть ряд спецподразделений, которые занимаются поиском данного человека. В конце концов попался беглец в районе села Роксоланы. По информации полиции, он вышел из лесопосадки в направлении Овидиополя. Сейчас мужчина находится в местном отделении полиции, его допрашивают. Ну а тем временем родственники погибших готовятся к похоронам. А в Овидиополе объявлен трехдневный траур. Подробный сюжет о событиях под Одессой смотрите сегодня в 8 часов вечера.